Тут этот тайник, короче, включается внизу. Где? Вот он в доме. Сзади, я сзади тебя. Он белый ящик вижу. Да ебать, Иванус, блядь. Так смысл, блядь. Да заебал, чё нам, блядь? Тайник так себе, блин. О, мешочек. О, два наук. Переезжай пока на место, сейчас приду. Ща. Я же сказал, что я сюда приду. Я здесь, ебать. Где мой заветный ящик, который я не открыл когда-то ранее? Сука, я понял где. Дай зуб, в смысле? Чё, блин? Ебанулся. Нахуя он, блядь? Опасный чувак. Братишка, иди сюда. Ух ты, бля! Братишка, вообще, иди нахуй! Блядь! Чё сказал? Ну-ка, лезь сюда. Да ты сдохнешь или нет? Чё, бля? Чё ты, бля? Бегу, надо скрыться.
браток. Не попало тебе, да, вообще. Исправим. Сучка. Кто швыряется, сука? А чё молчишь? Я убиваю. Убивай вот этого пидора на вышке. Чё? Гибни, беги же. Сейчас, подожди, да. Нету, а можешь есть, подожди. На вышке что-то есть. Краска там, ебать, что-то и не сообщил мне, нахуй. Я не вижу. Бля, кто залез-то? Просто. Значит, там что, краска? Там колючка, бля, как залез-то? Тут еще ящик белый. Да, найди способ, как за краску нарезать. А она что, сверху прям лежит? Ну да, сверху что-то стало. Подожди. А, понял как. Там надо подняться высоко на горку. На скалу подняться и по трусу же спуститься. Еще надо подняться как-то. Бля, ты еще ебанутый, что ли? Закрыт. Бля. Как залезть, да, вот. Справа есть проход. Можешь лево или можешь справа. А что, тут чертежей никаких нету? Может, здесь тренер есть. Сейчас подожди, говорит, дезалутация, ебаная. Может, тут чертеж где? Блять, ловкость долго пизда прокачивается. There you are. А нахуй ты перемотал? М?
блять, и молчи. Дискорд, перезайди, если связь потерял у тебя. Че я тогда перезайду? Подожди. Да ебаный дискорд нахуй. Блять. Че, подожди, отключить. Блять, ебать. Пойдем. Сейчас пару заданий сделаем, я перезапущу пока. Ебаный лаги, бля. Ебань вниз. А, ну похавай, да, базара ночью. Сейчас пару заданий сделаем. Что запыхался, мать. Ух ты, ёпта. А чё, ты надолго хавать-то уйдёшь? На 2 часа, да? Ебать, ты жрёшь, на. Ну а ща, ладно. Да, надо тоже похавать, забыл, бля. Че, давай тоннель чекаем, че. Все, убедились, безопасно тут. Назад. Мы были тут, ёпта, не знаю, зачем.
Мне обратно что посылают? Мне нам до конца дойти надо, я чуть нихуя не понял. Блять. Давай до конца дойдем. Теперь обратно посылаю. А, наверное, к этой тёлке. Или... Да, так... Всё, я. Эски, это Крейн. You know that path into the city you were gonna use? Никого тут не было. It was filled with volatiles. Holy shit! So are they gone now? Yeah, I cleared them out. It should be safe for you. Wow, thank you. We're packed and ready to go. Good. Contact me once you're safe in the tunnel, okay? I won't tell your old man anything for a while in case you've changed your mind. We're not changing our minds. Сейчас нам дрессиру заехать, саблю отдать. И можешь идти хавать. Подожди. Упавший с небес далеко? Не, далеко, ладно, потом. Можно, знаешь, как поступить сейчас? Упавший с небес сделать и саблю отнести, и все. Чтобы потом... Ну, это... Новый комплект заданий набрать. Ёпч. Давай саблю отдадим и иди, короче, пизду. Мне что-то лагает сильно, блядь. Вот. Азар, давай задание отнесем. Как выход? Бля, съебался. Бля, мне кажется, что он сгорит нахуй просто. Сахара нет, что ли? Давай сахар. Жасили не куча. Все.
ёбаный рот. Ща, где этот гараж ебучий? Потом сделаем. Пойдем задание с длинным, я думаю. Вот, блядь, как лагает, ебать. Present for you, Jazeer. Believe it. You really found it. Listen, if this thing is so important to you, how come you let Adam get his hands on it? That's a long story, and one that I'm not really proud of. Let's just say that I got careless one day, but now I have it back. Thank you. Come on, don't leave me hanging like that, Jazeer. What happened? I would rather not talk about it. Can't be that bad. What was it, like a dare or something? Oh, was there a woman involved? A woman. And a chicken. Chicken? This was 5 years ago. Ezgi's mother had been gone for 18 months, and I was getting lonely. And there was a widow here in town. She liked chickens. Wait, what, like fried? No, she kept them as pets. And Adam had this spectacular rooster and a weakness for cards. Wait, Jazeer, are you saying you lost your grandfather's sword in a card game over a chicken? You might remember, boy, that I said I wasn't proud of this. Well, what happened to the widow? What do you think happened? Adam had the rooster and won my grandfather's saber. The widow married him. Ладно, давай тогда брякнешь, ВК напишешь.